Всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, стаканчик кока. Серега, как всегда, отличное настроение, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня мы играем на очень классной карте «Заброшенный город». Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А у нас режим прятки. Серега будет нас искать разными аниматрониками. Серега, ты готов? Абсолютно. Ну что, покажи вещи. Ну все, кто не спрятался, я не виноват. Я буду искать всех. Погнал. Только не переигрывают, но тебе Оскара не дадут. Так, Серега, что ты хочешь, поломать доски? Нет, удалю. Нет, ты можешь их бить ногами. А, точно. Ты же не забывай, ты же аниматроник, который лупашит. О. Давай, Серега, выходи на улицу уже. Хочу тебя понаблюдать, как ты тут лазишь. Класс. Поменяю скинчик, одного другим, другого другим буду убивать. Ну ты псих. О, вижу, вижу тебя. Нет. А так, ты за того же играешь, ты не поменял себе скин. Сейчас поменяю. Выходи на улицу. Только не ломай больше бутылки, хорошо? Я взял пластиковый уже. Ну я знаю тебя, ты и пластиковый. Только жрать не надо меня. Так, пошел. Я иду за Димасом. Ребят, я специально в ролике не показал, где запрятался. Так будет интереснее. Ты идешь, Димаса мочить. Спанч Боба убивать. Угу. Штаны всем обсирать. Димаса испугать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся поднять вам настроение. И не только вам, а всем остальным. Режим психа активирован. Давай, режим психа активирован успешно. Так, Серега, что-то не открывается калитка? Да. Так. Сюда. Классно наблюдать. Обычно, ребята, вы помните, что во всех сериях я ищу. Но в этой серии Серега хочет показать, насколько он опытный. На самом деле карта кажется маленькая, да? Но когда начинаешь искать, ты понимаешь, что нычек довольно-таки много. И Сереге придется прям очень сильно вспотеть. Вот еще один. Блин, я хотел реально здесь заныкаться. Это было бы очень бы фейлово. Так. Ой, извини, я, наверное, мешаю тебе ходить. Ну давай, калитку ломай. Отлично, так, побежал. Посмотрим, где Димас прячется. А карта реально здоровая, есть тут нычки. А я найду тебя и съем. Нельзя меня кушать, я невкусный. Можно. Так. Эй, не залетайте в Серегу, я буду вас бить. Баллоны конченые. Так, Сережка, что-то. Да ты задолбал. Ломай его полностью. На Б ударь, он взорвется. Отключил столкновение, чтобы не мешал. А, ну все. Да, это, кстати, очень хорошее решение. Нифига себе ты бегаешь. Тихо. Успокойся, Серега. Так, пошел сюда. Так, что у нас тут? У нас что-то притих. Ну, потому что я боюсь, что ты меня можешь найти. Нет! Опа. Это был не я. Я классно заныкался. Остался. Быстро ищи лучше. Остался. Я один остался, да? Только Димас. Не. Да. Ну я ладно. Тебя на сладенькое оставил. Давай, покажи вещи. Так. А, еще... Ай, сколько здесь еще нычек. Опа, Серега, блин. Давай сюда иди. Серега, ну не надо там искать. Надо скин поменять. Ах ты жоп. А зачем тебе скин менять? Ну, чтоб друг скример на тебя пошел. Не. Да. Так этот аниматроник бьет на расстоянии. Нет, я другой взял. Я другой взял, там же два. Так, где ты? Я вижу. Фух, слава. А. Блин, а я палюсь. Зачем я сказал? Не. Не ходи там гулять. Там очень плохо чувствуют себя все люди. Калитку закрыл специально, чтоб я не выбежал. А меня тут нету, потому что я уже успел выбежать. Вот почему ты не пробираешь? Там же колеса стояли. Ладно, все, иди. Слышу.
В гараже стояли колеса, почему ты не посмотрел туда? Колес? А. Резиновые колеса стояли. Не, ну Серега. Ну? Ну, ты посмотрел в колеса? Резиновые. Блин, взрослый мужик и верит во всю ерунду. Как туда можно влезть? Там же невозможно залезть. Так, вот, это самая интересная часть карты, где реально можно классно заныкаться. Было бы. Так, так, нема, да, Сережка, меня здесь? И здесь меня нету. Оп, оп, я уже успел выбежать. Ты бери, блин, аниматроник. Да, помогайте Сережке. У Серега, что видишь? Это жопка горит у него. Давайте, помогайте. Нет, у меня горит от того, что они берут, открывают двери. Не-не-не-не-не. Я не могу понять, ты ли это. А, да, они как бы дают звуки лишние. Ну. Так, я вижу, как ты бегаешь. Очень хорошо получается. Так, ты понимаешь, да? Что где-то что-то ты пропустил, какую-то мелочь. Да, есть такое. Да, просто быть надо было внимательным, чуть-чуть внимательней. То есть есть места, где ты рядом, просто ты как бы был там, но ты невнимательно там посмотрел. Вот здание там, где в болоте, там реально, ну не знаю, можно было бы меня найти там. Опа, я, кажется, знаю, где ты. Где? Не-не-не-не-не-не, меня там... Эй, ты на В сказал, нельзя летать! На В не летайте! На В умираете. Ты произносил эти слова в начале. Ой. Так, 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 так. Я летаю за бутылочку воды. У Сереги кончатся нервы. Нет, найду тебя. Вот сейчас надо быть внимательным. Вот пройди, но только внимательно. У меня маленький скин. Собачьи очки. Собачачки. Собачачки. Собачачка маленько. Кого я убили? А, ты своего. Friendly fire, friendly fire. Так, Димас может быть где-то... Да-да-да, кстати, вот наконец-то ты начал догадываться, что я не буду прятаться, как пацаны. Я запрячусь в таких местах, где ты будешь искать в последний момент. Ну, вот. Там чел тоже в кустах. Даю тебе подсказку, что я вот в этом районе, где дом с болотом, и тут есть такое помещение, там, где ты не заходил еще и не искал там. Сейчас найду. Давай-давай, внимательно. Внимательно изучай углы темные, особенно там, где вода. Mm-hmm. Так, вот, я уже слышу твой звук. Я знаю, я верю в тебя. Ты сможешь меня найти. Есть шанс. Во-во-во, темно, конечно, здесь. Я слышу, как ты ходишь. Нет? Не слышишь? Да ты опять меня дурачишь. Да ну, Серега, зачем мне тебя дурачить? Я же с тобой по-честному гуляю. Да-да-да, гуляешь. Смотришь за мной. Бутылка вонючая. Ребята, мне нравится, тогда тебе просто летаю за ней и такую фигню несу. Ну то, что реально он ведется. То в колесах посмотри, то в болоте. То в каком-то говнище его заставлю лазить. Так, так, так. Ну, прикольно, я тебе скажу, мне нравится. Ну, реально, на В не пролетал, клянусь. На карте на В не пролетал. Вообще. Я надеюсь, ты догадаешься, Сережка. А я летаю за бутылочку воды. Серега не может меня и найти. И пацаны. Найду. Прикольная серия. Это реально класс. Я думал, что ты меня найдешь быстро. И мы запишем... А ты... Еще одну прятку. Ну так как вы час долго меня ищете? Сейчас первое. Ищем Димаса. Да, вас, кстати, сколько? Четверо против одного. Только аниматроник, который бьет на расстоянии, брать нельзя. Потому что это будет некрасиво с вашей стороны. Это бан будет. Не, ну есть тут здание, в которое можно зайти. Но ты не догадывайся, что туда можно зайти. А нажимай возле дверей везде, на Е.
вот реально, если бы тут я заныкался, а не тут вообще не... Вот реально есть здание, где ты не искал ни разу. Вот почему я тут не ныкался? Вот, да, вот, наконец-то, наконец-то не начинает искать там, где реально мог бы запрятаться. Ну я там не прятался. Ну я там не прятался совсем, зачем мне это делать? Я же умный человек. Я просто летаю за бутылочку воды. Мне нравится. Да-да-да, мне прикольно. Не, я мог бы летать за кусочек плиты, но я... О, я слышу, как вы начинаете крушить всю карту без меня. Вы что, меня мочите? О, стекла пошли в ход. Психуете, да? О, убийца, убийца. Смотрите, что делается. Вот смотрите, мог бы даже запрятаться вот здесь, вот под баллоном. Они не искали здесь. Вот там вот, смотрите. Нычка. Просто вот так вот заныкаться вот здесь вот. Все. Никто никогда не найдет. Вообще имба, нычка. Сережка, ну что ты? Я не сдамся. А я летаю за бутылочку воды. Ищем Димаса. А у Сережки жопка пригорейшим. Нет, нет. Это скоро, это мы мне песню с припевом уже делаем, видишь? Да ну ты, блин, говно, внутри ты где-то запрятался. Главное, что на войне пролетал. За ящик. Ой, блин, проболтейшн. Маленькая собачка сидит за маленьким ящичком, и там очень-очень темно. Опять брешешь. Ну, конечно. Теперь я могу даже говорить правду или неправду, где ты не догадаешься, где это. Короче, на этой карте реально есть крутые нычки, и пацаны там ничего ни разу не ходили. Ну, так как они меня не нашли, то, конечно, они меня и не видят. Побежал, побежал, побежал. Псих, псих-убийца. Прикольная карта, очень оптимизирована. Летим себе не спеша и радуемся. Что, Серега, может будет та серия, где ты сдашься, а я выйду? Нет. Ну, пожалуйста, сдайся уже, и все, и нервы у всех будут. Ты не можешь, да, никак поверить? Хорошо, летаем дальше. За бутылочку воды. Так, а что? Нашел! Ё-моё, как же я испугался! Вот это было класс! Ребята, сейчас я вам покажу, где я заныкался. Эта нычка была вот здесь вот. Все элементарно и просто. Вот был ящик, он здесь по карте стоял. Я затыкался, они меня искали везде, но только вы не вот здесь. Знаешь, как я понял? Знаешь, как я понял? Да, как? Еще один челик спрятался, я когда на второй этаж поднимался... Да-да-да. Да не, меня здесь нету. А ты поверил, да, как классно с тобой заговорил? Видите, что вы же сделать? Бутылочка воды. Эхе, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спать в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!